Поднимите поручни, пожалуйста. Мы самые ценные клиенты с камерами. Теперь опускаем поручни на себя. Пристегиваем ремешок по центру. Я не вижу. Все хорошо запускал. Спасибо. Встретим тебя в космосе. Как в ракете сидишь на этой камере. Я думаю, это последний мой. За что держаться? Да. Ну что, все готовы? Придется. Вы все да. готовы? Да. Так, да, мы отправляемся. Полетели! Да. Есть правила, права. Димон! Папе, маме привет, а? Прикинь, поплеваться память, слышь, на камеру. Так нормально. Пока хорошо. Насрал, птичка, что ли? Ага, теперь на птичек все. Такое ощущение, что вниз уйдет, да? Нормально, да, пока? Пока хорошо. А там ты не успеваешь привыкнуть, там такая жуть. Даже не тошнотно. Нет, вообще. Пилот прошел. Нам вчера идти. Не, вообще хорошо. Да. Ну тут, когда на эту пролетаешь, думаешь, ногами зацепишься, да, у меня ноги длинные.
Нет. Ну, мне кажется, даже Горыныч пострашнее. Ну, сейчас попрем на Горыныча еще. Вообще нормально. Здесь такое крепление, понимаешь, ты как в клетке сидишь. Ну да. Вот и в этом, в квантовом такое крепление. Сверху и ремень. Четко, четко. Не, классно. Ой. Зря Димка не поехал. Так попозже пусть ездят. На Горыныча еще попрям. Да, сейчас прям. А, покурить не пойдем? Нет, пойдем. Давай, сейчас кину бабки, мы потом переведешь потихоньку. Все быстрее. Пить охота, тут воду все по это. Пусть на видео, на всю жизнь. Последний день считай, завтра уже не пойдем. Вот и сиди тут, катайся, слышишь? Бесконечно. Блин, беги, Скарлетт, беги. Ну что, как дела? Ну, знаете, вообще хорошо. Вообще замечательно. Не страшно? Пришлось покричать. Ни капелечки. Сядь, телефон возьму тогда. Да, и подходите, вот мы здесь. А я пока покажу материальчик.